Всем привет! Сегодня мы узнаем, какие попугаи считаются самыми большими в мире. Из-за огромного разнообразия этих пернатых существует много видов с внушительными габаритами, но есть отдельные экземпляры, которые поражают своими размерами даже опытных орнитологов. Так давайте же узнаем, какие попугаи считаются самыми большими. Вперед! Пятое место – какапо. Его еще называют совиный попугай. Какапо – крупные тяжелые птицы, предпочитающие больше ходить, чем летать. Они достигают 60 см в длину, а максимально зафиксированный вес равняется 4 кг. Попугаи этого вида обладают удивительно сильным и приятным запахом, напоминающим аромат меда или нектара цветов. Четвертое место – черный какаду. Для представителей этого вида единственное в своем одноименном роду характерна длина тела от 70 до 80 см, вес порядка 700-900 грамм, темное, почти черное оперение с едва уловимым зеленым отливом, большой хохолок, состоящий из узких лентообразных перьев, а также большой мощный клюв, достигающий 10 см в длину. Третье место – красный ара. Тройку лидеров, состоящую из представителей рода ара, начинает красный ара. Длина его тела нередко достигает 90 см. Эти жители тропических лесов имеют также немалые длины крылья. Размах крыльев красного ара может достигать 80 см. В некоторых районах Латинской Америки красные ара считаются вредителями. Сине-желтый ара. Эти попугаи – одни из наиболее популярных экзотических птиц для домашнего содержания и, кроме того, одни из самых крупных. Сине-желтые ара – яркие и общительные птицы. Они имеют длину тела во взрослом возрасте примерно 80-95 см, что немногим больше, чем у красных ара. Однако размах крыльев у них частично совпадает – это около 80 см. Первое место – гиацинтовый ара. Представители этого вида попугаев могут иметь длину тела 98 см. В среднем же особи вырастают до 85-90 см. Гиацинтовые ара превосходят своих оппонентов по длине тела, но уступают в размахе крыльев. Он у них составляет порядка 75 см. Как и у всех ара, самки этого вида меньше самцов и имеют более мелкий и широкий клюв. Гиацинтовый ара считается одной из самых редких птиц в мире. Спасибо за внимание. Буду признателен за активное обсуждение данной темы в комментариях. Ставим лайк, если вам понравился видеоролик. Подписываемся и ждем еще более интересные топы. С вами был канал «Только факты ТОП-5». У нас всегда свежие, горячие, интересные топы именно для вас. Удачи!